Самолеты цветов российского триколора ребята изготовили своими руками. В итоге получилось 300 бумажных лайнеров. Таким образом, сочинские школьники побили предыдущий рекорд по самому массовому запуску самолетов, который в прошлом году состоялся в Сургуте. Там участниками акции стали 246 человек. По массовости мы уже в любом случае рекордсмены. Мировой рекорд там более 3000, но мы на мировой рекорд не пошли, решили остановиться на рекорде России. Рекорд, побитый в день космонавтики, был установлен по команде «Поехали». Раз, два, три, поехали! Молодцы! Мы сегодня здесь собрались, потому что сегодня день космонавтики, это великий праздник для России, ведь первые мы полетели в космос, а не другие страны. И я считаю, что это очень хорошо, что мы все собрались и сделали такой флешмоб. Сегодня мы запустили это небо-самолетики и сами загадали желание. Я не буду этот секрет вам рассказывать, надеюсь, что мое желание сбудется. Мы побили рекорд России, 300 человек. И загадали желание, лично мое желание, чтобы все дети на свете были счастливы. В космосе еще можно проводить уникальные эксперименты. Как ведут себя мухи в космосе или бактерии. Вот. Еще там чудесный вид из иллюминатора. Особенно на восход солнца. В честь нового достижения школа номер 10 получила специальный сертификат от Международного агентства регистрации рекордов. Последние рекорды, зарегистрированные в России, это картина «Три богатыря» из продуктов питания и герб Краснодара из суши и роллов. В Лазаревском районе Сочи было отмечено сразу два рекорда. Самое большое колесо обозрения и исполнение гимна Кубани хором на этом же аттракционе. На очереди снова Сочи. Организаторы акции планируют провести на курорте ряд массовых рекордов.